Эта дверка открывается. И вот здесь у нас отсек идет, там наверху большая антресольная полка, тут маленькая антресольная. Раз перекладина, два перекладина, три перекладина, а тут маленькая полочка для обуви. Вот и все, закрываем. Закрыли, и вот такой внешний вид у нас получился. Вот такой внешний вид у нас получился шкаф.